Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Марат Баширов, я приветствую вас на канале сети магазинов азиатских продуктов «Красный дракон». В самом первом видео на канале мы с вами готовили один из самых популярных тайских супов том-ям-кунг, том-ям с креветками. Сегодня же мы будем готовить не менее популярный кокосовый острый-кислый суп с курицей том-кха, основой вкуса которого выступают галангал, лимонграсс и большое количество кокосового молока. Изначально том-кха не был супом, это была тушеная в кокосовом молоке птица, курица или утка, которая подавалась с большим количеством жареной чили-пасты нампрекпао. Оригинальный рецепт подразумевает варку всех составляющих в одной кастрюле на воде. Но мы с вами для более плотного и насыщенного куриного вкуса подготовим основной бульон, на котором потом и будем готовить наш том-кха. Основа бульона том-кха не сильно отличается от том-яма. Здесь в составе нет лишь панцири креветок, томатов и чеснока. Но также, если у вас остался готовый замороженный бульон от том-яма, то можно использовать и его. Все необходимые ингредиенты, а также ссылки на продукты из наших магазинов «Красный дракон» вы найдете в описании под этим видео. Для начала поставим вариться курицу и подготовим все остальные ингредиенты. Лук репчатый нарезаем пополам, оставляя кожуру для более насыщенного вкуса и золотистого цвета бульона. Галангал нарезаем произвольно. Лимонграсс лучше всего отбить перед тем, как нарезать, так он отдаст больше вкуса в наш бульон. Вешенку лучше всего порвать руками, не сильно мелко, потому что при варке она уменьшится в размерах. Соломенные грибы цуугу разрезаем пополам или на четвертинки. Отрезаем стебли кинзы, они также пойдут в наш бульон. Красный лук или лук-шалот нарезаем тонкими перьями. Помидоры черри режем пополам или на четвертинки. Пока наш бульон варится, обжариваем репчатый лук на сухой сковороде до среднего колера. И добавляем в бульон вместе с лимонграссом, галангалом, листьями кафирского лайма, вяленым тамариндом и стеблями кинзы. И оставляем наш бульон вариться в течение 40-60 минут. Когда наш бульон готов, достаем курицу и даем ей немного остыть, в это время процеживаем бульон. Thank you.
Для большей остроты супа вы можете также добавить чили-перец. Разбираем курицу, отделяя ее от кости. Ставим сотейник с бульоном на средний огонь. Добавляем чили, перец, если вы хотите сделать ваш томкха острее. Затем добавляем грибы вешенки и пасту томкха. Хорошо размешиваем, чтобы растворить пасту, и доводим до кипения. Затем добавляем соломенные грибы, рыбный соус и курицу. По вкусу можете добавить соль и сахар. В самом конце убавляем огонь и добавляем кокосовое молоко. Хорошо перемешиваем и сразу сервируем. Если сильно и долго кипятить кокосовое молоко, то оно свернется. Ничего страшного в этом нет, вкусовых характеристик оно не потеряет, но наш суп не будет уже таким шелковым по текстуре. Украшаем томкха зеленым луком и кинзой. На гарнир лучше всего подойдет рис жасмин. Сегодня мы приготовили с вами томкха. Это очень легкий тайский суп, в основе которого кокосовое молоко, лемонграсс и галангал. Абсолютно все продукты, которые мы сегодня использовали, за исключением овощей и курицы, вы можете найти в наших магазинах «Красный дракон». Для вашего удобства мы сделали готовые наборы, куда входят лемонграсс, галангал, листья кафирского лайма и чили-перец. Но также вы можете все это приобрести по отдельности. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на нашу страницу в Instagram. Приятного аппетита и до скорых встреч. Пока-пока! Очень легкий, шелковый, кокосовый, кислый, сладкий, острый. На гарнир вы можете приготовить рис, но этот суп вы обязательно должны попробовать приготовить у себя дома. Или сходить в ресторан, например, у мамы. Почему бы нет?